Всем привет, с вами компания Лига Real Estate, меня зовут Яран. Мы находимся с вами в районе Махмутлар, 200 метров до Средиземного моря. Комплекс, который мы вам сегодня покажем, находится прямо на вторничном рынке. В этом комплексе всего 15 квартир, планировок 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Готовы? Пошли. Так. Прошу. На территории нашего комплекса находится открытый плавательный бассейн, беседка для барбекю и детская игровая площадка. На первых двух этажах здесь расположена территория магазинов, которые, кстати, тоже продаются. Да, а сейчас мы пройдем внутрь и покажем вам внутреннюю инфраструктуру. Да, кроме меня здесь еще одна звезда есть на потолке прямо. Это холл нашего комплекса. Очень много зеркал, места для ожидания. Если вдруг вам гости придут и вам неудобно их принимать дома, вы можете попросить их подождать здесь. На нулевом этаже у нас здесь находится еще и внутренняя инфраструктура. Мы сейчас ее с вами посмотрим. Друзья, вот мы сейчас с вами находимся на нулевом этаже. На нулевом этаже у нас расположен небольшой фитнес. За стенкой, за этим фитнесом у нас расположена сауна и паровая. Также у нас здесь установлены лежаки между приемом сауны, скажем так, и паровой, можно будет отдохнуть, полежать, попить чай и расслабиться. Так, друзья, вот и наша первая квартира. Это 2 плюс 1, 110 квадратных метров. Квартира с мебелью и также есть квартиры без мебели. Квартиры с мебелью стоят от 95 тысяч евро. Мы сейчас сначала вам покажем квартиры с мебелью, как они выглядят, и также покажем и пустые квартиры тоже без мебели. Наверное, начнем с хозяйской спальни. Да, еще хочу добавить то, что в планировках 2 плюс 1 в каждой квартире есть своя особенность. В этой квартире особенность будет на кухне. Как вы видите, спальня обставлена полностью мебелью, кровать, тумбочки, установлен кондиционер, такая симпатичная люстра, большой шкаф, купе. Также имеется комод, скажем так, немаленький санузел и немаленький балкон, примерно 10 квадратных метров. Пойдемте дальше. По коридору у нас еще один санузел, общий санузел, можно сказать, с душевой кабиной. Спальная комната вторая, для кого-то это гостевая, для кого-то детская. В прихожей также установлен большой до потолка шкаф на три отделения. И мы с вами плавно перешли к гостиной-кухне. Я думаю, сразу нужно показать нашу фишку в этой квартире. Для каждой хозяюшки вот это вот окно, по-моему, является самой главной фишкой. В квартире установлена вся бытовая техника. Духовой шкаф, газовая электроплита, вытяжка, вот посудомойка в этой стороне и стиральная машина. Также у нас здесь есть уже холодильник. Также есть телевизор и, конечно же, кондиционер установлен. Еще раз повторю, то, что эта квартира стоит 95 тысяч евро, от 95 тысяч евро в этом комплексе и продается полностью с мебелью, полностью с техникой. Я думаю, можно даже присесть. Так, ну с этой квартирой закончили, пойдемте во вторую квартиру, тоже 2 плюс 1, тоже с мебелью, тоже стоит от 95 тысяч евро. Кстати, мы уже в этой квартире. Еще раз напомню то, что это 2 плюс 1, 110 квадратных метров, от 95 тысяч евро, продается квартира полностью с мебелью, с техникой. Разница между той и этой квартирой, то, что здесь стиральная машинка установлена в санузле общем, по-моему, правильное решение. Такая же планировка 2 плюс 1, но со своей особенностью. Особенность вам покажем попозже. Так, следуя за оператором, мы пришли... По мне это детская спальня, я бы ее гостевой как бы не сильно назвал. Проходим дальше. Так, гостиная. В прихожей установлен шкаф большой. И идемте в хозяйскую спальню, где вот и расположена наша фишка. Перед санузлом здесь есть огромный гардероб. Для хозяек это, по-моему, одно из самых важных.
Друзья, вот и гостиная наша с кухней вместе. Чем они отличаются? Здесь на кухне нет вот этого вот окна, которое было в предыдущей квартире, скажем так. Но забыл добавить то, что во всех квартирах планировки 2 плюс 1 здесь имеется 2 балкона и 2 санузла. Один балкон расположен в хозяйской спальне, а второй главный балкон у нас идет с гостиной. Еще один тип квартиры 2 плюс 1, который продается в этом комплексе без мебели. 2 плюс 1 110 квадратных метров от 83 тысяч евро. Кстати, именно в этой квартире есть фишка, которая была во второй квартире. Место для отдельного гардероба перед санузлом, 2 спальни, 2 санузла и наша кухня вместе с гостиной. Мраморная столешница, все шкафчики, весь гарнитур уже установлен. Что мне нравится в квартирах, то что во всех квартирах очень много окон, очень много натурального света сюда попадает. Фух, четвертая квартира в нашем сегодняшнем ролике. В этом же комплексе пентхаус 3 плюс 1, 220 квадратных метров. Здесь есть два типа пентхаусов, с мебелью и без мебели. Без мебели стоит 135 тысяч евро, с мебелью 150 тысяч евро. Конечно же, мы находимся в пентхаусе, который сейчас с мебелью. На первом этаже у нас здесь большая прихожая, широкая, просторная, санузел, гостиная с кухней и спальня хозяйская с гардеробом и собственным санузлом. Наверное, начнем со спальни. Вся мебель нужная имеется. Конечно же, установлены кондиционеры. Свой балкон небольшой. Давайте покажем вам гардероб. Вот так он выглядит, симпатично, скажем, да? Я извиняюсь. И, конечно же, санузел с душевой кабиной. Пойдемте дальше. Да, конечно же, хочется сказать то, что в этом комплексе всего 15 квартир. И все квартиры больших планировок 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Да, останавливаемся на нашей прихожей. У нас здесь встроенный шкаф. Лестница, ступеньки, которые ведут на второй этаж к спальням. Санузел турецкого типа, но при желании, если он вам не нужен, его можно переделать как кладовую. Гостиная и кухня очень просторные. Мне очень нравятся вот эти вот вставки. Очень симпатично смотрится. Обеденная зона отдельная. Кухонный гарнитур весь имеется. Вся мебель, которая нужна. Да, конечно же, телевизора здесь не хватает, но, конечно же, это можно будет договориться через нас. Это все можно будет договориться спокойно. И, конечно же, балкон. Именно с этого балкона имеется очень хороший вид на море. Балкон, кстати, не маленький. Я думаю, что его даже можно будет застеклить, разрешат. Ну, я думаю, можно также показать вид на горы тоже с этой стороны. Так, с первым этажом закончили пентхаусы. Переходим на второй этаж. На втором этаже у нас есть 2 спальни, 2 санузла, отдельный гардероб, 2 балкона, один мини-балкон, один огромный балкон. Так, наверное, начнем со спальни. Да, еще хочется, кстати, идем сюда. Хочется отдельно подметить то, что в этом пентхаусе есть свой отдельный пожарный выход. Пентхаус продается с мебелью, еще раз напомню вам. Гостевая спальня, можно сказать. Гардероб. Там прям огромное помещение и балкон. Балкон небольшой, но наличие вообще такого балкона тоже большой плюс, можно сказать. Это можно добавить к плюсам. По коридору санузел с душевой кабиной. Пойдемте дальше. Хозяйская спальня с собственным санузлом. Как вы видите, мебель очень симпатично подобрана. По поводу фишек. У этого пентхауса тоже есть свои фишки, их немало. В принципе, вы их все видели. Но по мне самая главная фишка — это вот эта вот комнатка. Я бы сказал, что отдельная даже квартира. Как бы грубо ни звучало, я бы сюда, наверное, тещу поселил. Друзья, ну и по традиции надо
подытожить, скажем так, вкратце вам еще раз напомню про сам комплекс и про квартиры. Комплекс расположен прямо в центре вторничного рынка района Махмутлар, всего 200 метров до Средиземного моря. В комплексе всего 15 квартир, планировок 2 плюс 1, 110 квадратных метров, и пентхаусы 3 плюс 1, 220 квадратных метров. Цены на квартиры от 83 тысяч евро, это которые без мебели, 95 это полностью укомплектованные мебелью и техникой. Пентхаусы 3 плюс 1, 220 квадратных метров, без мебели 135 тысяч евро, с мебелью, с техникой 150 тысяч евро. Комплекс был сдан в начале 2020 года, свежий комплекс, очень интересные планировки. В каждой квартире есть своя особенность, есть своя фишка. Ну и по традициям, конечно же, плюсы. По мне, первый плюс в этом комплексе – это малоквартирность. Всего 15 квартир, соседей будет не сильно много, там шума будет не сильно много, но и при этом присутствует вся нужная инфраструктура в самом комплексе. Второй плюс – это место расположения. Центр вторничного рынка, Махмутлар, не сильно шумная улица, до моря всего 200 метров. По-моему, очень замечательное расположение. Ну и третий плюс, то что в этом комплексе планировки квартир 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Маленьких квартир нет, очень просторные большие квартиры для проживания всей семьей. По-моему, это замечательный вариант. Друзья, на этом наш видеообзор закончился. Спасибо, что его досмотрели. Я надеюсь, он вам понравится. Если понравится, ставим лайки, пишем комментарии. Если не подписаны, подписываемся, жмем колокольчик. По номеру, указанному внизу экрана, можно будет связаться со мной, узнать более детальную информацию, получить отдельный видеообзор индивидуальный. Также на сайте legorealestate.ru можете получить информацию по другим комплексам. С вами был Яран. Всем спасибо, всем пока.